Говорят, он бог. Он бог. Он идет. Я знаю это. Спасти нас! Спасти нас! Похоронить нас! Похоронить нас! Сенатус Попласке Романус. Сенат и граждане Рима. Некоторые верят, что именно эти слова определяют империю. Но знаешь ли ты, что определяет ее на самом деле? Боюсь, что я близок к этому. Ты не понимаешь, что Рим на самом деле представляет из себя. Ты думаешь, что Рим вот он, в этом всем. Опустошаемый ветром ад между армиями. В битве и чести. Ты веришь, что легион — это сердце Рима? Но ты ошибаешься. Даже твой отец, упрямый и решительный, обнаружил, что сердце Рима лежит наверху Палатинского холма. Мраморный пол, позолоченные статуи, толстые задницы, льстивые слова, ядовитые языки. Возможно, они забыли все, ради чего мы умираем и проливаем свою кровь. И без них не было бы притворства в строю, ни закона. Ни легиона. А помимо этого, ничего, кроме толп дикарей, выжидающих, чтобы снести наши стены и утопить 7 холмов в крови. Так что, стоит ли наша честь больше, чем город, который мы защищаем? Вырвешь сердце, и тело умрет. Время пришло, легионер. Ты должен сделать выбор. Ты сражаешься за свои собственные идеалы, или ты сражаешься за Рим? Озвучено Neon Game по заказу Роупа специально для kinosip.tv. kinosip.tv. Фильмы онлайн.